Всем привет, меня зовут Минбаев Арген, мне 23 года, я профессиональный боец ММА, представляю бойцовский клуб Улу Кыргыз под руководством Кайтназарулу Бектурсун, представляю Республику Кыргызстан, Бишкек. Я увлекаюсь смешанным единоборством ММА, также очень люблю спорт, все виды спорта, от футбола до настольного тенниса, бегать люблю очень по ночам. В принципе, все. В спорте мастер спорта по вольной борьбе, чемпион Кыргызстана. Первый разряд по боксу. Про лигу МФС я узнал у своего тренера. Он выступает на турнире МФС 007, Кайтназарулу Бектурсун. Также мой друг там выступает, Албамбеков Максат. Вот, они предложили мне бой выступить в лиге МФС. Да, хотелось бы биться за титульный бой МФС весовой категории 61 килограмм. Я жду соперника. Мне не важен, какой соперник, самое главное. Я буду биться, я это умею, я буду это делать. Я делаю красиво, двухраундный. Я докажу, я возьму пояс. У меня с детства планы были в ММА. Каждый день тренироваться. До пота, до крови. Главное стараться и добиться своих целей, биться в самых лучших организациях. Хотел бы драться в Беллаторе. Вот. Пока не добьюсь, я буду идти очень усердно, очень трудно буду идти, только вперед буду, назад не буду оборачиваться. Никто не сломает. Хоть даже упаду, я встану, буду идти до конца. Есть такой боец UFC, Ник Диас. Он очень хороший грэпплер, я его знаю, он также бьется в стойке. Очень хороший, я бы с ним, если мне дали бы шанс, я бы с ним подрался бы. Ник Диас, я иду за тобой. Бойцам желаю успеха, чтобы не соскакивали с турнира, чтобы сделали вес. Это вес очень трудно, самое главное сделать вес. Все остальное покажите. Самый красочный, самый зрелищный бой. Бой вечера. Всем желаю успеха и добра. Спасибо вам за предоставленный бой. Я очень рад. Спасибо.